Здорово, щеглы! Всем известно, что добровольчество и поисковое движение – это одно и то же. Но не только добровольчеством заняты поисковики в плане поиска пропавших без вести при защите Отечества. Поисковики ищут несчастную семью бобра, которую какие-нибудь вандалы разорили плотину, и чинят ее в процессе вахты. Ну, когда есть свободное время. И вот сейчас у нас два прекрасных человека помогают семье бобра обрести свой новый дом. Поаплодируем им. Молодцы! У-у-у!